Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, дорогие друзья! Добро пожаловать на Шахарит и Кофе. Уже долгое время мы не делали этой передачи по разным причинам, но у нас есть дерзновение и желание ее обновить. Вот в это время, когда идет карантин, нас просто Господь подвигал к тому, чтобы начинать это и продолжать делать. Мы благодарны Богу, что на последующие несколько недель, месяцы, годы, вы сможете получить много информации в этой передаче. И я верю, что те, кто будет участвовать в ней, дадут много-много исчерпанного материала для каждого из вас. Но сегодня мы продолжаем постпасхальные праздники. И постпасхальные праздники – это между Песахом и Шавуотом. Праздники называются «Отсчет Омера». Это очень важная тема, потому что здесь идет отсчет. И знаете, я вспоминаю сразу время ожидания. Когда-то свое время, свою бытность, в советское время молодых ребят призывали в армию. И для них быть призванным в армию было и счастьем, и гордостью. Для некоторых это было очень трагическим событием. Для всех разное. Для меня это были больше времена страха, потому что, будучи верующим, это довольно сложное испытание в советское время. Но вы знаете, вспоминаю то время, когда мне объявили, или ребятам, которые были моего призыва, объявили, что до дембеля, дембелизации, осталось 100 дней. Я помню, мы так радовались, то есть приказ, мы знали, 100 дней нас уже должны будут отправить домой. И есть традиция в армии, все брились в это время на лысо. И мы тогда побрились на лысо, и нам, конечно, за это дали штрафные. Ну так. Но я помню, что мы сделали. С этого момента, когда оставалось 100 дней, мы начали отсчитывать. Кто-то начал писать на таких 99, 98, 97. То есть люди с радостью ожидали того времени, когда их спишут. Спишут. Это время ожидания было похоже на влюбленного, который, знаете, вот сорвал ромашку, да, и любит, не любит. Вот этот любит, не любит. Какой день будет следующий. Было чудесно знать, что я скоро буду дома. Радостно. Радостно знать, что я скоро увижу близких, родных. Я с нетерпением ждал этого, но также еще я понимал, что у нас есть такой, мы назвали, дембельский аккорд. Что-то нужно сделать, чтобы поскорее все это пройти побыстрее и уйти из того ада, в котором мы находились. Хотя для некоторых, как я говорил, армия – это было неким мужественным подходом. Сейчас еврейский народ делает отсчет Омера. Это время, когда еврейская диаспора, еврейский народ в Израиле делает отсчет ко времени, отсчет к тому, что должно произойти. И это подобно было, как мы отсчитывали в армии. Что такое Омер? Омер, и что это означает, мы читаем в Библии, это хомер, единица меры зерна. Это похоже на то, как наши жены или же матеря, бабушки, делая торт, они отсчитывают стаканами пшеницу. Не пшеницу, а муку, для того, чтобы заметить тесто. Точно как также мы можем мерить это время. Вот это как в стаканах, да, вот когда наши кулинары делают что-то, они стаканами отмеряют столько, сколько необходимо.
В Древнем Израиле использовали омер или ефа, зерна, как мера приношения Господу. Это время очень интересно. Хотя в современном Израиле это время траура. Траура нельзя играть на инструментах или петь песни, но это уже традиция пост второго храма, которая связана была с погибелью некоторых людей, и это совсем другая тема, которая меня это не касается. В данном случае пасхальная жертва требовала жертвенного огня вместе с омером ячменя во время существования храма. Бог сказал израильтянам следующее, это Левитам 23 глава, 15-16 стих. «Отсчитывать себе от первого дня после праздника, от того дня, который приносите сноп, потрясение 7 полных недель до первого дня после 7 недели. Отсчитывайте 50 дней». И это некоторое повеление. Повеление считать то время. К какому времени мы шли? Мы шли к празднику, называемому Шавуот, праздник Седмиц. На этот праздник, в этот праздник Господь даровал Израилю закон. Мы говорим Тору, да, или там 10 заповедей. То есть, другими словами, он сформировал народ с законом и дал ему возможность исполнять то предписание, которое Бог дал для Израиля. Я знаю, что Писание говорит о том, что Бог в последнее время напишет закон о сердцах наших, да, и мы не будем говорить «познай Бога», мы будем знать Его. И с Иешуа Мессия, с Его смертью и воскресением из мертвых, и Он дал нам Духа Святого, который проявился на Шавуот, то есть на праздник дарования свободы, да, и, конечно же, Дух Святой, Он направляет нас, как и закон, который мы получили на Синае, Дух Святой направляет. Иешуа говорит такие хорошие слова, которые говорит: «И отнимется от меня, дастся вам». И Он наставит вас на всякую истину, на правду. И Он скажет, напомнит вам обо мне, то есть о том, что я учил. И поэтому эти праздники, они очень важны. Господь дал свою Тору. И это на день Шавуот. Это важный день, поскольку в этот день израильтянам была дана возможность исполнить то, что Бог видел для Израиля. Время, прошедшее от Песоха до Шавуота, 50 дней, это время некого, вот, знаете, ожидания сверхъестественного, что-то Бог должен сделать. Господь дал своему народу Тору через Моше, чтобы они знали, как жить и взаимодействовать. Бог проговорил израильтянам в 26 главе Левит о том, что должно делать во время этих праздников. И на самом деле это Его благодать, дарующая нам управление нашими чувствами, переживаниями, нашим бытом. Позже Господь повелел своему народу вспоминать этот период времени, считать омер, чтобы они мысленно возвращались в то время, когда их праотцы ожидали закон. Как я уже сказал, Иешуа, он также сказал: «Ожидайте, ожидайте в Иерусалиме, и я что-то сделаю особенно». Как во время того, как Бог давал Тору, потряслась гора, да, был огонь, сошел. Мы понимаем, что люди видели это. Так же самое и в дни Пятидесятницы, или Шавуот, празднование апостолами этого прекрасного праздника на Храмовой горе, мы тоже видим, что они пережили нечто особенное, и Дух Святой почивал на ней, как огонь. Это очень интересный момент, поэтому для верующего человека это очень знаменательно. Точно так же, как мы с друзьями в свое время, когда в армии, да, мы ожидали и отсчитывали эти 100 дней нашей демобилизации, народ Божий с нетерпением тоже отсчитывает те дни, которые важны для того, чтобы назидать себя, смотреть Писание, ожидать Божьего благословения. Потому что Тора – это радость. Тора –
это и закон – это путеводитель, это открытие для себя важного такого откровения, да, кто такой Мессия. В это время, если вы отсчитываете этот Омер дни, то мы хотим предоставить вам следующее в течение этих 49 дней, 50 дней интенсивное общение через интернет при помощи наших дорогих лидеров, служителей, которые будут говорить к вам в этой передаче «Шахарит и кофе». В них мы должны поразмышлять о времени, когда Его Слово стало реальным и живым для нас. И тогда, когда мы общаемся, когда мы говорим о тех местах, которые касаются нас, мы хотим, чтобы мы двигались вперед к осуществлению призвания, которое мы имеем в Боге. Мы должны искать мудрости в Писании, способ для времени, чтобы нам вникать в себя и в учение и назидаться этим. Временем растущего и волнения, когда сейчас мы ожидаем многих перемен. Поэтому, друзья, мы движемся к Шаваоту, к празднику радости, веселья, дарования Торы, дарования Духа Святого. Для нас есть полнота, полнота радости и благодати. Будьте с нами. Добро пожаловать в Шахарит и кофе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.